Знаешь, мы в облаках. Если посмотреть снизу, есть 800 метров. Мы видим небо, мы видим облака. Вот то, что здесь, видно облака. Да, если у вас есть возможность такое, вы просто сделать мне большой самое, как помощь. Да, насос, потому что мне не таскать, бывает тяжело таскать, чтобы поливать огород. А какой-то бочку я насосом качаю туда, ну, легче. Это в принципе можно, если у вас есть напряжение, электромоторы. У него источник переживает. Да? Собирайтесь, заходим, проходим. Кухня. Трапезная, столовая. Вот я принес, оставлю весь багаж. Чуть-чуть это самое как стрессовое было. Хотел немножко отдохнуть. Да. О, батюшка, простите. И вот обещал. Как вы молитесь? Вот какой у вас распорядок дня? Почти каждые 2 часа я преклоняю колени на молитву. Бывают более благодатные дни, так. Когда праздники, там великие святые, там они больше одаряют благодати, даже не чувствуешь плоти. Щупаешься, да, чтобы сам почувствовать что-то сам. Но потом отходит, отбирает. И они говорят, вот это моя благодать. Это бывают такие дни, вот, да? Есть такие, хочется молиться. Не чувствуешь плоть. Да, только мысленно что-то делать, сразу делаешь, свободно идет. Не чувствуешь себя самой плоти. Да, не чувствуешь. И потом, когда святые, ну, это апостолы, великие святые, чаще всего, вот я жду сейчас, видите, я как сдружился с ним, жду сейчас... Дмитрия Солунского, потом Спиридон Трофимовский, потом Святой Николай. Вот когда берусь молиться, уже и сон сильно борет, но я знаю, что будет хуже. Ну, будет эта брань, которая сильно угнетает душу. Видите, и рай, и яд здесь. И одно, и другое. Могли бы рассказать вот формы, вот как искушает бес? Вот, как, каким образом он... Духовно угнетает. Так угнетаешь, что просишь, чтобы убили, чтобы мучаешь, чтобы болезнь, любой, чтобы там во всю глотку здесь кричал. Только чтобы не угнетало. Ну, есть, оно проявляется как-то физически. Внешне появляется, ну, как голоса. Слышно тени, голоса? Да. Тени. Вы слышали голоса? Да, тени. А на каком языке? Непонятно. Нет, собирается что-то там, вроде бы здесь ровная поверхность, собирается напасть на меня. Вот, понимаете? Если здесь, отца, на пустыне, при святом причастии, и видишь, как захватывает ум. И при том, не только захватывает, а потом еще усиливается, да. Чувство, самое, волю захватывает. И, конечно, Господь оставляет для себя место еще глубже. И есть... чаяние, есть и желание вот пойти и причащаться. Угу. Причащаясь не как, ну, как венец славы, но как больной, чтобы оздороветь. Как больной. Все время вот, Господи, помилуй, Господи, прости меня за все, вылечи меня. Ты врач, вылечи меня, я больной. Все время с таким. Осознать, если осознать не можешь, это много. Многое. Грех потом через наших немощи появляется. Грех что? Это какая-то связка, какая-то узел от врага. Понимаете? А как с помыслом бороться с этим? Умилением. Умилением, осознанием. Когда осознаешь, все сильнее становишься, как Господь говорит, мою силу в немощах совершенствуется. Когда осознаешь свою немощь, свое бессилие, всю вот эту адскую силу, ну, яростную, ну, которые хотят нас убивать, прямо стереть с лица земли. И осознать все эти самые, и нашу немощь. Просто мы как в тело, в плоти находимся, и немощны. Когда осознаешь вот это,
получается, умиленная смиренная молитва. Я еще не смеюсь говорить смиренно, но умиленная молитва получается. И больше это самая благодать. Ну, вот собирается два или три во имя Господа. А потом еще говорится, что благоприятное время. Так, есть в течение суток, есть благоприятные, есть неблагоприятные. Благоприятные какие? Когда вот сошествовал Дух Святой, третий час дня. Это с 8 по зимнему время, местному времени, зимнему времени, с 8 до 9. 12 в полночь Господь сказал ученикам, которые самые, ну, когда молились с ним в Гефсиманском саду, молитесь хотя бы час, чтобы не впасть в искушение. Но всем этим пренебрегают. Но они очень тяжелые. Это ночью очень тяжелые часы и опасные. Опасные. Можно обосноваться, если неправильно подвязаться. Какое самое такое вот опасное время ночью? Какое самое между двух, когда отрекся ученик Петр. С двух часов, когда арестовали, и до пения петухов, когда утреннее начинается, то до 4 утра. С двух до четырех. С двух до четырех это самое опасное. Но с 12 тоже. Сколько меня сковывали здесь, сколько меня связали. Проглатывал язык там, оцепенеет руки, там не сможешь. Не сможешь сам молитву сделать. Ну, там ночью, всякие страхи. Ночью? А? И днем. Внушая страх, уйди там. Все, победили там на нет. Нет никакой силы, мы властвуем в мире. А потом меняет. Нет, ну прямо слышно, как в наушниках. Как в наушниках говорят. Слышно, громко слышно. А потом говорят, доберемся до тебя. Как бы добираетесь до меня, если бы властвовали во всем мире, вы там властелином мира. Как бы доберетесь? Значит, кто-то вам мешает добираться до меня. Там за выиграли тебя, ну побеждали тебя, ты уже в яд пойдешь. И очень приятно, когда чувствуешь, что яму. Вы ощущаете, вот они вам да, так изображают? Духовно. Изображают вот, что-то падение вот где-то. Вот. Глубокая яма, там и муки. Крики? Очень неприятно. Слышно крики? Очень, да, стоны такие. И неприятно. И все это внушает, я бы ушел, если бы была воля Божия Матери, ушел бы. И много раз до 2011 выходил. С намерением, чтобы не возвращаться. Угу. Божья Матерь отнимала благодать. И потом постепенно отлегло вот это все, самое неприятное. И желание возвратиться. А сейчас смирился с тем, чтобы нужно потерпеть.